Друзья, всем привет! С вами Кира Штафун. Я по-прежнему нахожусь на прекрасном острове Бали в Индонезии. И сегодня мы решили посмотреть и найти домик Элизабет Гилберт. Все, наверное, знают этот мировой бестселлер «Ешь, молись, люби». И сегодня мы идем смотреть этот домик в Убуде. Вот это опознавательный знак, в принципе, как можно найти этот домик. А домик сам находится вон там, в рисовых полях. Ну что, пойдемте смотреть домик. Домик находится в 4 километрах от центра Убуда. Это совсем недалеко. Но, тем не менее, домик находится в очень живописном месте. Там вот я смотрю еще поля со всех сторон. Вон сам домик. Вот мы уже приближаемся к домику. Осталось совсем немножко. Виды здесь, конечно, потрясающие. Все зелено со всех сторон. И пальмы. Вот мы и зашли в домик. Домик старенький, уже такой ветхий. Идемте дальше. Да, я помню, смотрела фотографии, это точно тот домик, мы не ошиблись. Нет, домик уже вряд ли сдается, потому что он уже очень старенький. Ура! Мы в домике Элизабет Гилберт. И беседочка. Прям даже не верится, что мы находимся в этом домике. Что находится внутри. Кровать. Душечки на полу. Это кухня. Но вот, когда ты сама, Элизабет Гилберт, сидела в этих креслах, смотрела на эти прекрасные рисовые поля, отдыхала, сочиняла, занималась творчеством. Так же, как сейчас сижу я в этих прекрасных креслах, прямо не верится. Вот в таком вот виде сейчас находится домик, в полуразрушенном. Возможно, здесь делают ремонт, но здесь потрясающе. Серьезно, посмотрите, какой вид открывается отсюда. Шикарный. Все, закрываем двери.